по-разному. Кракен дальше заслать. Да есть. Руку надо. Хочешь что? Мне тренить. Все понятно? Виктор, Федеральная служба безопасности. Все, посмотрите и сюда. Сейчас фюрер кинет группу, там куда пулю, и кидал. Район Ржевика, ну, туда внутрь. Ну там просто под коробкой непонятно, что там за еще коробка. Теоретически, грубо говоря, должен вещество детонировать, если там взрывчатка. Типа классическая. Да. Но так как это металл, вот это, он же будет поражающий элемент. То есть это не просто будет взрыв, да, как, допустим, тротиловая шашка.